везет на фронт мальчика товарищ военный врач. Мама моя, мамочка, не гладь меня и не плачь. На мне военная форма, не гладь меня при других. На мне военная форма, на мне твои сапоги. Не плачь, мне уже 12, я взрослый почти. Двоятся рельсовые пути. В кармане моем документы, печать восковая строга. В кармане моем документы, по которым я сын полка, прославленного гвардейского, проверенного в огне. Я еду на фронт, я надеюсь, что брамент выдадут мне, что я в атаке не струшу, что время мое пришло. Завидев меня старухи, ох, тяжело. Сыночек, солдатик маленький, вот ведь настали дни. Мама моя, мамочка, скорее все объясни. Скажи, чего это ораги, они надо мною ревут? Зачем они меня гладят? Зачем сыночком зовут? И что-то шепчут невнятно. И теплый суп калач. Россия моя, не надо. Не гладь меня и не плачь. Не гладь меня, я просто будущий сын полка. И никакого геройства я не свершил пока. И даже тебе не ясно, что у меня впереди. Двоятся рельсовые пути. Поезд идет размеренно, раскачиваясь нелепо, длинный и очень медленный, как очередь за хлебом.